Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, и смотрите канал Феникс Let's Play. Сегодня мы продолжаем играть. Ой-ё, чё ж так темно-то? Почему у меня так камера странная? Да обалдеть. Ладно, хрен с ним. Мое лицо, главное, видно. Правда, оно как-то тут светло, тут темно. Ладно, неважно. Сегодня продолжаем играть в игру The Life is Strange, или как там её? Life is Strange, не история, важно. И вы чуть было не пропустили самый важный момент. Ладно, у меня хорошая реакция, я успел нажать быстренько Escape, нажать все на паузу. А именно, сейчас начнется то, что было в прошлом эпизоде, поэтому кто не смотрел, посмотрите. То, что тут будут говорить, все равно посмотрите. Не надо только на эти краткие моменты и так далее обращать внимание. Надо именно включить все предыдущие серии и посмотреть. Ну что ж, начинаем! Little Pieces of Time. I'm so sick of people trying to control me! Don't ever touch me again, freak! Я читать не буду, потому что очень быстро диалог меняется, я просто не успею изменять голос с такой скоростью. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. And there she is. Hi, Joyce. I am so sorry about William. I have great memories of him. That was his gift to us. Wonderful memories. Let's talk about your superpower. Hey, Stelma and Louise. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? You want me to cut you, bitch? Please, step back. You're kidding. Put that down. Она встретила свою давнюю подругу, с которой не виделась много лет. Рассказала ей про свои силы, и они начали их использовать. К сожалению, вот эту вот девчонку, которая сейчас полетела, мы пытались спасти. Как могли, но спасти не смогли. Честно говоря, меня это на самом деле очень расстраивает. Я лучше вот этот паренька выгрохнул, но... Как-то, видимо, я не так натыкал. А, и попутно, ей является видение о том, что скоро начнется Армагеддон. И что-то там будет, как минимум, начнется торнадо, который уничтожит. Их городок просто трёснется от земли. Ну что ж, давайте посмотрим, что будет дальше. Life is Strange, игра, в которой все принятые вами решения отражаются на прошлом, настоящем и будущем. Выбирайте с умом. Само собой, так оно и есть. Я могу куда-нибудь тыкнуть? Нет, не могу. На самом деле, игра вообще просто отличная. Единственная причина, по которой я в нее редко играю, очень тяжело озвучивать разных персонажей, потому что изменять голос. Профессиональный актер, может быть, это и может. Я не профессиональный актер, голос я пародирую паршиво, и для меня это довольно тяжело. Поэтому вот одна серия, одна-две серии меня просто так выматывают очень сильно, это жесть. Как не выматывает игра на английском языке, где очень много диалогов. Но стараюсь это для вас, надеюсь, вам нравится. На случай жалоб не было. Хомяк! У нее есть хомяк! Не, подожди. Морская свинка. Кстати, у меня клетка такая же, у меня поил. Такая же! Так у меня морская свинка другая. А, это кролик. Ну ладно, у меня морская свинка. Нормально. Две штуки. Кейт! Надо. Кейт! Пардон, забыл. Бывает. Что-то я так это залюбовался. Пейзажами и атмосферой игры. Так, это кто? А, хочу кое-что тебе показать. Типа сейчас. Я знал, что Хлоя будет заинтересована. Не стоит поторопиться. А я не помню у нее кролика. Да подожди. Я могу перестать думать о Кейт. Если он учтился в кошмарном сне. Так, точно. Наверное, вот так. Да не было у него кролика. На морковку. Are you hungry, bunny? Here. Голоден, брейдс кролик.
Так-то ты, нифига себе издевательство, прикинь, да? Морковка, вот она, лежит в 5 сантиметрах от кролика, но за пределами клетки. Это вы представьте, вот он захочет морковку, лакомство какое-то, и не сможет его достать. У меня, например, у нас кирисвинки, я, получается, начиная на кухне, только достал несчастную морковку или капусту. Морские свинки метров, получается, 10 от того места, от холодильника, откуда я достал. Такой визг поднимают. И, блин, клетки ходуном ходят. Опа, что я не помню этого. Дерьмо никак не тереть. Пора Сэмюэлю да Винчи перекрасить ее. А, никто. Мэсс. Короче, никто Мэсс со мной, понятно. Материться мы, я не то чтобы против, конечно. Мат и нога уместен. Но в данном случае я считаю, что смысла нету. Мат уместен, okay, когда... Scary, так, здесь темно и страшно. Да будет смерть. Сказал электрик и передал провода. Я к чему? А, вон, ну да, что теперь. Я про то, что... Я считаю, мат-то, конечно... Ну-ка, давай подожгем. Девчонка-то нормальная была. Я буду молиться за тебя, Кейт. Я про что? Я считаю, что... So much hypocrite. Как это лицемерно? Я извиняюсь... Подожди, стой. Так, я извиняюсь, Кейт, мы любим тебя, Рип. Покойся с миром, это Рип, по-моему, означает. А, ну, в принципе, да, ее никто ни хера не любил, на самом деле, ее просто над ней издевались по-жесткому. И, наверное, это все-таки лицемерно, опа. Я про что говорил? Я про маты говорил. Маты, я считаю, уместны для отображения, так скажем, эмоций. То есть, на мате говорить не стоит, Дана. Что случилось? Hey, Dana. Привет, Дана, как How ты? Are you doing? I just can't stop thinking. Я не могу about перестать Kate. Думать о Кейт. А что, если это и моя вина? Блин, я забыл, как ее озвучил. Ё-моё. Черт, ладно. Так. Да, наверное, вот так вот, что уж там. I think we're all responsible for what happened. Все мы в ответе за случившееся. Только не ты, Макс. Мы были близки. В смысле? Да, это, кстати, нормально, чем вроде было к ней. Ты была добра, Кейт. That's именно этого она хотела, это и от всех остальных. Скажи это Виктории и остальным из циклона. Дайте сказать нечто большее. Ее сподвигли на это не только издевательство циклона. So exactly что ты имеешь в виду, Макс? Ты думаешь, это как-то связано с тем, что Нейтана очистили? Опа! А, ну да. Че тебе забыл? Стоп. А при чем тут очистили Нейтан и она? Нейтан очистили потом уже. Ну ладно. Да, вот так пока скажем. По-философски. Все это очень запутано. Я не хочу тебя в это втягивать, понимаешь? По крайней мере, пока. Мне страшно. А некоторые все равно уже смылись сообщать. Что? Кто, например? Тут недавно Виктория ускакала, а теперь и ты. Я точно нет. После сегодняшнего мне нужно отдохнуть. Тоже поспи, Дана. До встречи. Чего это будет? Волос, что ли? Как-то прям, знаете, вот как вот идешь и прям вот как вот мешает прям. Меня только в шлеме так вот одеваешь очки, когда вот тут вот. Так скажем, границы головы, чтобы обозначались, краем глаза и видишь. Только там, а так. Вроде перестала. Значит, волос был. Так, я... я пытаюсь про мат говорить. Ладно, так, что это? Скучаю по тебе, Кейт. Стелла. Давай-ка. И чё? Ну ладно. Кстати, да, кто не видел другие серии, эта игра не на скорость. Это игра на то, чтобы походить, поискать, посмотреть, вот как мы сейчас делаем. Поэтому экшена тут, конечно, он есть. Невероятно. У ТЛР нет ни стыда, ни совести. Чё? Чё, подожди, мои чё, игроки?
Ну да, мои игроки для тебя, Кейт. Так вот, я интересно, закончу промату сегодня или нет? Давайте посмотрим. Так, какая тишина. Так вот, промата, я говорю, маты, они должны быть. Ну как должны быть? Не... So Chloe is waiting for me in front of the main hall. Итак, Хлоя ждет меня. Так, где она ждет? Блин, я провтыкал. Подожди. Сейчас, секунду. А, Хлоя. Перед кампусом. А, вот, смотри, тут перевод есть. А я там, блин, с английского переводил. Так вот, я к чему? Маты должны отображать свою эмоцию. Нельзя на мате говорить. Ну, это ерунда получается. Это ну, как некрасиво? Это некрасиво. Никому не навязывается свое мнение, но это, как говорится, имхо. Так, а кто говорит? То есть вот в корах идешь, какая-то ерунда, но ты машинально сматерился. Это бывает, это часто. Это Уэллс, серьезно? Если он видит меня, мифишка. Кстати, да, а у тебя что-то с силой стало. Ах, хрень с ним. Просто сяду тут. Подожди, а кто это? Директор же? Подожди, так может не... Нет. Базарить мы с ним не будем. Да, иди так. Так. Оп, это. Так, пойдем через вон, вот, через вон туда. Чё? Макс! Чё, Макс, дай тебе напишу это тут. Шныряет. Извращенец. В женскую общагу засматривается директор. Кстати! Погоди, ты хрень. Сломанный фонарь, а если там разбить и прошмыгнуть тихо? Ладно. Короче, сейчас вкратце о мате. Мат должен отображать эмоцию. Испугал тебя форы, сматерился, выразил эмоцию. Потому что некоторые маты, они именно для усиления. Ну как для усиления? Что-то я... Как пройти? А, так что ли? Не то, что для усиления, а именно... Ну как пройти-то? Именно для того, чтобы... Вот как-то не то, что чтобы, а машинально вот так. Выражающую эмоцию. Коротко и ясно. На мате говорить не стоит. Пожалуйста, Мелю, стоит починить фонарь. Слушай, лучше вот давай руки разобьем. Так. А что ты пройти не можешь туда? Что проблема-то? Давай пробежимся. Нет, не пускает. Лады. А есть люди, которые просто плевать на все хотели. Маты. И в этом мате иногда просказывает здравая мысль. Эй, стычка волшебная насекомая. Да. Как бы я не навязываю никакого своего мнения. Я уже говорил, это имхо или как это называется. Мое скромное мнение. Так вот, но тем не менее. Слушай, ты прижаться можешь, нет? А никак, видимо. Подожди, ты... Ага, отмотать можешь. Хорошо. Ой, поэтому на канале стараюсь не материться, но бывает проскальзывает, особенно когда вы начинаете реально бесить, бомбить и так далее. Но это крайне редко. Так, подожди. Да надо разбить фонарь, ё-моё! Бляха-муха. Ну давай посмотрим, что будет. Давай, беспорядок. Ну-ка. Это умный сукин сын, заглал меня в ловушку. В смысле умный? Да он дурак! Он дебил дебилом! Кстати, а чё ты женскую вообще глумишься? О! Нашёл! Да по-любому! Да? Да подожди! Да рубильник рубани! Да как нет-то? Бляха! Так, подожди, провода. Так, хорошо, давай пойдем посмотрим, что будет. Не знаю, а то вот уже 15 минут фигню страдаем. Мисс Коффилд, скрытность не ваш конек. Вам нельзя находиться на улице столько не час, и вы это знаете. Простите, директор Уэллс. Я все еще не понимал по ситуации с Кейт. Мне хотелось на воздух. Мне жаль, что пришлось пройти через все это. Ты пыталась ее спасти, но черт, что он пьяный. Да он пьяный. Блэквелл находится под ее надзором, а я... Я подвел и Кейт, и саму Академию. Вернись в общагу и отдохни.
Это был дерьмовый денек. Доброй ночи, Макс. Ну, в принципе, понять его можно. Как мне проскочить мимо него, чтобы встретиться с Хлоей? Да вот, рубили! Блин, вырубим! Да, черт. Не, в принципе, его понять можно, нихрена себе. Вот представьте, да, вы директор там, преуспевающего, получается, вуза, видимо, и так далее. Вот он, смотри, свои общаги там. Наверное, единственный в этом уважаемый человек. И вот такая подляна. А все почему? Все потому, что вы бездействовали. Когда вам говорили, вы сказали, ой, нет, там же авторитетный человек. Это мажорчик авторитетного, блин, папани. Вот оно так и происходит, блин. О, чем туда были? Коробка. Что есть? Nothing here. Тут ничего нет. В смысле женские принадлежности? Чем Сэмюэл тут занимался? Я уверен, что Сэмюэл не носит шелковые шарфы. So, а вот кто носит? Does? А, не, носит шарф, то ладно. Если бы тут валялись бы трусы и лифчики, и там что еще? Это был бы уже вопрос так... Что там? Он подумал, что Сэмюэл увлекается модой. Да чё ты к нему в личную жизнь лезешь? Ну, нашел он себе... О, погоди-ка. Может, какие-нибудь щипцы взять, перекусить провода. Так. Да тут... О. Привет, Макс. Хочу узнать, как ты. Знаю, сегодня было круто, но ты сделал все возможное, чтобы помочь Кейт. Я тобой горжусь. Фест кинотеатр отменяется, но если ты все-таки решишь сбежать на планету обезьян, то я к твоим услугам. Да и собеседник из меня неплохой. Если что, звони, целую, обнимаю. Кстати, да, отдать должно, тот паренек-то, блин, впрягается как может. Спасибо, Уоррен. Я все еще перевариваю случившееся. Нейтан, очистили хоть что-то хорошее. Перезвоню позже. Окей? Я кстати, так же пишу. Мне лень писать букву О, поэтому всегда пишу букву К. Так, ну подожди. Ты же свой рот на замке. Значит, тебе не поздороваться. Я знаю, где ты живешь. Напугал. Эй, шлюха, феминист будет исцеплен. Берегись. Вот первый хрен с ним. Ну, напугал, да. Вообще, блин, в женской общаге такой секрет был. Нас вычислили. Ну второй-то прям феминизм будет истреблен, ни хрена он паренек-то, ё-моё. Ладно, поржали. Так, мама. А, ну-ка, подожди-ка, вот это вот. Достение хрестим. А это что вообще такое? А, это октябрь. Сначала же у них идет месяц, потом день недели точно. Макс, позвони нам. Так, стоп, нет. Маму, папу я озвучил обычно. Макс, позвони нам, как только сможешь. Мы знаем, что больно, мы хотим знать, как ты. Что... Так что свяжись с нами. Чё с этим-то? Если хочешь, приехать домой, двери всегда открыты. А твоя кровать всегда также твоя. Мы тебя любим. А, так, я скоро позвоню, люблю вас. Как хорошо было услышать твой голос. Запомни то, о чем мы с тобой говорили. Ты была со своей подругой, когда никого другого не было. И Кейт сама сделала этот выбор. Никто не может сделать больше, чем ты. Ты наш герой, и мы тебя очень любим. А, ее Максим зовут. Звони в любое время или приезжай. Я думал, Максим. То есть, вот как вот женская певица и так далее. Думаю, что в Америке тоже распространено. Подожди, вот тут давай откроем. Да, блин. А что делать? Сюда мы не можем. Не, погоди. Если нам открыли тут вход. Кстати, да. Менатмак еще не прошел. Болезнь еще не прошла. Если вы думаете, почему... Три дня целых. Целых три дня, это ужас. Не было видео, то вот вам причина. То есть я думаю, до сих пор многие слышат, что я говорю в нос. Ой, ну да ладно. Ну и маленько шмыгаем. Ну это ладно, это мелочи. Так, подожди, а чё белка? Чё ты забыл? Ну пойдем с тобой. Белка. Подожди, белка. Стой, белка. Белочка, стой. С
смысле? Так. Макс, у тебя, походу, вилочка. А, что ты знаешь? Значит, Табана выглядит пугающе. Пожалуйста, не убивай меня. А, Табан-то. Пардон. Бывает. Так, не, подожди. Не, все это чушь. Погодите. Нам нужно как-то вот этот фонарь погасить. Вот отвечай, нужно его погасить. Другого пути из общаги, я сомневаюсь, что есть. Поэтому надо как-то... Ну, вот рубильник, раз. Что это такое? Оп, поливалка. Да, не вряд ли. Подумал, может, поливалку принести. Проверял, что тут. Господи, до сих пор не могу поверить, что она спрыгнула. Да, честно говоря, я тоже маленько, блин. Я там всячески пытался ее. Что-то, видимо, я там где-то лоханулся. Ну, жалко, честно говоря, жалко. Что хотелось, чтобы как минимум... Ну, я практически был уверен, что она не прыгнет. Сначала-то подумал, что да, прыгнет, по-моему, мы отменим. А потом, когда начали разговаривать, я уже понял, что что-то как-то вполне может быть. И, видимо, я был прав. Но так остановить и не смог. Довольно жалко, кстати говоря. Чем-то нормальное было. Так. Да вот тут... Блин. Давай комод еще посмотрим. Nuts and bolts. Like my grandpa's garage. Пойти не можем. Свет включить не можем. А что делать-то? Ну-ка, давай открой, пошли. Так. Кстати говоря, я, наверное, сегодня, если все получится, открою рубрику ретро-игры. Я так, предварительно про... Maybe Samuel should fix that lamp. И такой намек, вот смотрите, налево фонарик, на горящий. Так вот, я про что говорил? Про ретро-игры. Я вроде так предварительно проверил, решил попробовать позаписывать игры. Они вроде как даже пишутся. Где-то 90, там, 95-х годов, вот именно старинные игры, на которых... Max, stop wandering outside and get back to your dorm. Слушай, а может он... Подожди. Да он пьяный в стельку, его нам допоить надо. Ну-ка, а тут фонарик. Нет. Вот так, в смысле, да. Вот, решил позаписывать игры моего детства, моей молодости. Ну, посмотрим, может, какую-то ностальгию это вызовет. Недавно просто вот увидел несколько игр, таких, и думал, дай-ка позаписывать, почему бы и нет. Тем более, игры-то были довольно интересные в то время. Так, ну скамейка, и чё? Зачем? Ну давай присядем. Это последнее, что мы не делали тут. Ну чё-то здесь забыла. Понятно. Кейт мертва, а я нарушаю комендантский час. Давай подождём. А можно поменять кладбище? Ну белка, чё она тут? Белка делает. Белка полнолуние. Ведущий мыши. Зачем? Нет, что-то как-то. Вон, еще одна белка. Подожди, что-то не понял сейчас. А, может мы типа спалились? Все-таки перед тем директором и так далее, нет? Нет. Я какая-то. А, ну вот у нас спалил второй раз. Давай до первого раза смотаем. Ты не помирать, не вздумай только, а то там сейчас кровь туда сопадет опять. Что-то я не понял. Ну вот, тут мы должны были спалиться. Так. Да, да. Чего нас тут еще не спалил? Белка. А давай посмотрим, до того спалились, вот на него. На тотем. The Tabanka does look pretty scary at night. Please don't destroy me. Чё за? Погоди, а может быть, может быть. А
А может быть сюда сходить до того, как мы спалились? Чё-то я пока не вкурил. Что делать на самом деле? Так, ну-ка, а давай наверх посмотрим. Ну, скажи еще раз. I know Samuel doesn't wear silky scarves. So, who does? Ну вот, электричество, да выруби ты, блин, рубильник, да? Чё проблема? Что мы... Nothing here. Как-то, я не знаю, я торможу, что ли? В тот раз костром, блин, включил. В этот раз... Nothing but tools. Директором. Вот. Nuts and bolts. Like my grandpa's garage. Я больше ничего не вижу. Ну, журнал давай еще, да, глянем. Who knew Samuel was so into runway fashion? Пена узнает. В чем проблема-то? Что делать надо? Пошли обратно. Дверь закрыта. Прохода нет. Белка. Потом сюда как-то. Опа, что-то там. Что-то. Сделай искусство, нет войне. Рисуй, типа, нет войне, что-то такое. Да погоди, на вот по-любому надо сюда прорваться. Я не знаю, я вот уверен, что мы должны рубануть как-то рубильник этот. Просто отключить его должны. Что такое? А, понятно. Опа! Смотри, окно. Everywhere I go, I can see how I'm altering history. Big and small. Так, ладно. Рэйчел должна мне денег заплатить. Чё за коллекторы? Погоди, ну-ка давай тогда смотреть, может там как-то по крыше можно еще что-то водосток. Блин, да этот фонарь разбить надо как-то, вот отвечаю. Пойдем, может сюда какой-нибудь можно. Да нельзя сюда. Чё за ботва? Белка какая-то неактивная. Нет, чё такое эта ерунда? Чё делать-то? То ли я дурак, то ли лыжный ед. Так, обратно мы вернуться не можем. Нет, это мне не нравится. Но у нас... Я ж правильно понимаю, нет ничего. Чё? Да где, блин? На хате я. Выйти не могу. Сидит. Один. Наблюдатель хренов. Так. А мы же не спалились, может Да. Я думаю, это не принципиально. Так, ладно, убедили. Интересно, я единственный летсплейщик, который потом смотрит прохождение и так далее. Ну как? Что такое? Индианы глупо. Типа индийцы глупо. Ну я что сделаю, блин? Интересно, единственный, говорю, как я уже говорил, летсплейщик, который смотрит прохождение, чтобы пройти-то игру. Игра-то вроде, блин, не этот. Не квест, ничего. В чем проблема? Подожди, вода. Фонарь. Что-то с ним не то, блин. Что-то с этим фонарем должны сделать. Maybe Samuel should fix that lamp. А почему он сломан? Сразу два. Две лампочки перегореть не могли.
Ну не могли, и все тут. Тут почему нет веревки? Так, лады. Знаете, в чем прикол? Я знаю, что нужно сделать. И скажу честно, я посмотрел просто на ютубе. У одного летсплейщика, потом у другого, у третьего. Еще у 3-4 чисто приколоться. И только один понял, что делать с самого начала. Все остальные также примерно был просто обрыв. Потом склейка видео. И со словами Эврика все продолжали играть. С учетом, нужно было домотать назад до того момента, где он, как он сюда пришел. Я думаю, тут, в принципе, это все нормально должно быть. Не думаю, что мы что-то запороли, но тем не менее. При том, что в самом начале он, когда сюда приходит, он пытается открыть дверь. Стоит к нам спиной, и вот в этот момент надо просто ломануться. Я вот не знаю, сейчас прокатит, не прокатит, или мы уже все запороли, иначе. Судя по всему, мы уже... Да не могли... Не, вот он стоит. Все, пошли, ищем. I know I have a set of keys on me. Вот, точно. Ah, gotcha. Now, why won't they? Max the Ninja strikes again. Ninja Max. В смысле, давай, выходи, а то он сейчас обернется еще. Ты прикинь, да, какой западло? Вот так вот, в самом начале. Хотя вроде контрольные точки какие-то у нас там были на этом. Упырышки этим. Мы ж по ним перематывали. Нифига. Надо было еще раньше. А чё хуй не нравится это место? Вполне освещенное, симпатично. Вон. Цикады поют, правда. Да они, блин, ну, такие жуки большие. Страшные. Я, в принципе, насекомых боюсь. Таких больших страшных жуков вдвойне. Буя! Твою мать. Get it? Буя. Ну, вот, ты поняла? Буя, типа, я страшный призрак. А как по мне, это страшный бичушный засранка. Ой, моя подруга почула с собой, у меня на глазах. Не надо меня сегодня подкалывать. Ты всегда упрекаешь меня в том, что я тебе не это... Чё там, разве ты не поддержишь меня? Я извини, Макс. Я даже не подумал об этом. Чёрт. Не хочу уныть, но я никогда не забуду момент, когда кейт тут нас крыша. А все потому, что мои силы покинули меня. Они ни хера не помогли. Я знаю, что смерть Кейт это ужасно. Просто не знаю, как справляться с подобными, поэтому просто иду себя как идиотка. Но именно твои классные силы помогут нам все исправить. Нам просто нужно найти виновных. Да, мы должны найти, узнать, кто на самом деле убил Кейт. И допустить, чтобы такое повторилось. А еще мы должны попытаться остановить торнадо, идущий на Аркане Бэй, верно? Да, только... А я не представляю, как остановить торнадо. Знаешь, как остановить торнадо? Я нет. Ученые мира, по-моему, тоже нет. Я надеюсь на такое. Но как? Снять затмение. Это плохие предзнаменования. Да, весь этот город, одно плохое предзнаменование. Ой, я не уверен, что в некоторых моих решениях... Особенно после того, как Нейтана из-за меня очистили. Человек, не смей корить себя за это. Давай лучше сосредоточиться на поиске улик. Так, слушай, подожди. Давай сообразим. У нас Рэйчел пропала. Кейт у нас покончила самоубийством. Давайте соображать. Ну, Кейт, понятно, ее стравили Нейтан и так далее. Рэйчел хер знает, где она вообще пропала, куда делась. Что с ней произошло и так далее. Если пойдем по первому варианту, мы будем копать на Нейтана. Если пойдем по второму варианту, у нас непонятно, куда все это заведет. Поэтому пойдем туда, куда непонятно нас заведет. Нам нужно выяснить, с кем пересекалась Рэйчел незадолго до исчезновения. Она умудрилась ладить со всеми, даже с теми, кого я ненавидела. Несмотря на то, что я ее не знала, меня не покидает ощущение, что Рэйчел указывает нам путь к правде. Да нахрен правду, я просто хочу найти свою подругу. Мне страшно думать о том, где она сейчас. Ты считаешь, что она... Нет, ну, наслаждается жизнью я нет, я в этом не сомневаюсь, да ё-моё. Ты прикинь, да? Вот он, этот волос теперь у меня в рот почему-то перекочевал. Ладно,
Ну, тут логично, те будут мертва, давайте называть вещи своими именами. Dad? Мертва? Прости, мне больно даже говорить об этом. Я тоже не вижу думать об этом, Макс. Мы должны найти Рэйчел, и быстро. Должны. Я обещаю, что мы найдем ее. Как ты уже сказала, пора начинать искать зацепки. Кстати, что ты хотела мне показать? Барабанный дробь, пожалуйста. Ваше внимание представляет запасные ключи от Бэклас. Спасибо, хероточнику. А ты почти профи, Хлоя? Но я не хочу, чтобы у меня были еще неприятности. Посмотри на все дерьмо, свалившееся на Аркадия Белл. И кому я сделала так? Мы здесь, чтобы добиться своего, так что давай. Я так рад, что именно ты мой сообщник. Раз пошли на дело, выпить захотелось. Как там? Дальше-то. Там в ресторан мы зашли. Кто говорит? Если они спросят твоего примера. Знаешь, для Бекула это был не самый лучший день. I know this has been an awful day. Эй, день был ужасный, но вы можете поговорить со мной в любое время, мистер Джефферсон. Спасибо, Виктория. Полагаю, ты тоже расстроена из-за Кейт? Я все еще в шоке. Первое видела, как кто-то умер. А ведь Кейти была по-настоящему, мне по-настоящему дорога. Кейти? Даже подумать не мог, что вы так близки. Ну, а как ситуация с Кейт появляется на конкурс Герои Дня? Да никак. Он продолжится, продолжается, и мне все еще нужно выбрать победителя, который будет представлять Блэквилл. Сейчас. Я вам одним словом могу описать фото, Макс. Селфи. Слушайте, вы бы видели мою работу. А, видели мою работу. По-моему, было бы круто, если бы мы вместе провели время в Сан-Франциско. Не правда ли? Ах ты, тварь ты! Для меня... Для тебя, and, мистер Джефферсон. Хорошо, Виктория? Уже влюбились в мою работу? Так что это не значит, что вы не объективны. Просто представьте, что вы выбрали мою работу. Вы могли бы провести много времени вместе. Это было бы круто. Вы согласны? Пожалуй, делал вид, что этого не говорил. А еще вы выбрали не так. Иначе я могу сказать людям, что вы предлагали мне первое место на конкурсе в обмен на... Кое-что другое. Про этого будущего. Я также проигнорирую эту неприкрытую угрозу. Разговор окончен, мисс Чейз. Вам лучше сейчас же вернуться в общежитие. Подождите, я ведь... Ты брикин, да? Вот тварь, вот шлюха-то, а! Да вы издеваетесь! Вот морозина, а! Таких надо под забором битой долбить! Давай завалим. Макс, ну давай разок завалим, потом мотаем. Блэквилл говорит, что еще странное. Так, давай с ним что? Да погоди, давай эту завалим. Ну ё-моё, ну дай битой разик ударить. Ну отмотай время, ёпернутый театр. Ай, всю малину. Ты обосрали. Чё уж там. А так хотелось, так хотелось. I don't know about this. We're both already in so much trouble. Честно, было что мнение, мы так помнили. Я ж молчу про утрапку, которую ты принесла в мочку. Серьезно, мы же не дети, это взлом проникновения. У нас есть ключи, какой же это взлом? А в одно проникновение они нас увидеть не могут. Я серьезно, а если мы будем в тюрьму? Да не стой, за вами, погоди, я за вами не успеваю, кто говорит? Почему нету, кто говорит? So we better find out what's in the principal's office first. You can rewind if we get caught, right? You have mad powers, Max. Как там пишется в квадратных скобочках, там непереводимый там американский диалект сойдет так. Короче, я не спорю из-за того, кто куда, в какую тюрьму и так далее полезет. За это проникновение, взлом и так далее. И есть у меня такое предложение. Давайте сегодняшнюю серию будем заканчивать. Но что-то тут, я смотрю, наклевывается. Наконец-то третьим эпизодом начинается экшен. Мне это уже начинает нравиться, хоть что-то. Уже как-то это... Оборот, так скажем. Ну, не оборот. Как оно, я не знаю, правильно. В общем, как-то было скучно, нудно и так далее. Сейчас ты смотри, действие за действием уже гораздо интереснее. Поэтому давайте. Сегодняшнюю серию мы заканчиваем и будем просто ждать следующую, которую я, наверное, прямо сейчас же и буду записывать. Просто вот потому что меня прям вот зацепило то, что сейчас происходит. Я прямо сейчас буду ее записывать, и если все нормально пойдет, то, наверное, в течение одного-двух дней, либо сегодня, либо завтра. А сегодня у нас что? А сегодня у нас куди-нибудь. Сегодня у нас среда.
Вот. Если все нормально пойдет, то возможно даже сегодня в среду, ну или там ночью, так вот уже на четверг все это будет выложено. А пока, чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, оставляйте комментарии, ставьте лайки, делайте репосты. Всем удачи, ребят. Пока.